В совещании принял участие и глава региона. Вениамин Кондратьев отметил, что именно принципиальная позиция прокуратуры позволяет доводить дела о коррупции до суда вне зависимости от высоких должностей и статуса обвиняемых. С участием надзорных органов удалось предотвратить нецелевое расходование бюджетных средств в размере 500 миллионов рублей. Неизменным приоритетом для нас оставалась борьба с коррупцией. С учетом заданного Генеральной прокуратурой курса, основные усилия были сосредоточены на выявлении и пресечении значимых и общественно опасных деяний, которые требуют прокурорского вмешательства. Во взаимодействии с законодательной, исполнительной властью, правоохранительными структурами сегодня совершенствуется и региональное, и муниципальное нормотворчество, и борьба с коррупцией в этом направлении очень важна и серьезна. Превентивные должны быть приниматься меры. А всего правоохранительными органами выявлено более 1000 коррупционных преступлений. Практически 500 миллионов рублей нецелевого использования бюджетных средств были выявлены, я бы сказал, пресечены, а самое главное, виновные в нецелевом использовании понесли заслуженное наказание. Я благодарен и прокурору края за его позицию, за неотвратимость наказание любого чиновника, любого должностного лица в крае, какую бы должность он ни занимал. Это принципиально. Иначе, если будут кто-то недосягаем, либо избирательный подход, никогда мы не сможем навести порядок в коррупционной составляющей жизни нашего края. Надзорная деятельность краевого ведомства за прошедший год достигла серьезных результатов во многих направлениях. Например, снизилось количество необоснованных проверок бизнеса. В прошлом году решением прокуратуры отклонено 30% таких рейдов.